Привет! Поздравляю! Вы нашли пасхальное яйцо, спрятанное на диске с фильмом «Две крепости». Это церемония вручения награды MTV за лучший виртуальный персонаж в 2003 году. Когда мы узнали, что эта премия может быть присуждена Горлуму, мы решили, что было бы неплохо подготовить особую благодарственную речь. Идея была в том, чтобы эту речь говорил Энди Серкис. Но в то время он был в Новой Зеландии, занимался с технологией захвата движения для «Возвращения короля», так что Филиппа Боинс и Фрэн Уолш решили, что было бы здорово сделать ее немного более грубой. Что ж, я надеюсь, вам это понравится. Лучший виртуальный персонаж... Что ж... Горлум, «Властелин колец», «Две крепости». Здравствуйте, меня зовут Энди Серкис, и я рад получить эту награду от имени всех тех, кто помог оживить Горлума. Я не могу быть с вами в этот вечер, так как я сейчас в Новой Зеландии, снимаю еще несколько планов с Горлумом для «Возвращения короля». Я сейчас, кстати, в студии захвата движений, где мы снимали много сцен с Горлумом. Я бы хотел поблагодарить всех зрителей MTV, поклонников «Властелина колец» и всех, работавших над Горлумом. Это целое сообщество талантливых... Ты лжец и ворона моя! Ее выиграл я! Мы выиграли только из-за меня! И меня! MTV — мой друг! Мой друг! У тебя нет друзей! Тебя никто не любит! Добби меня любит! Добби! Добби! Горлом довольно! Проваливай, Серкис, глупый толстяк! Я не толстый. Мы не собираемся никого благодарить. Нет, ни тебя, ни MTV, ни этих пиксельщиков с маленькими членами из Света Диджитал. А Питер Джексон, моя прелесть. Ты кто вообще такой, козел? Стыд тебе и срам, стыд и срам. Пошел ты к матери. Я не слушаю, я не слушаю. Честно говоря, никто не сможет возместить нам сверхурочную работу, низкую зарплату и мерзкие условия, в которых снимался этот фильм. И если вы думаете, что эта дерьмовая ведерочка золотого попкорна хоть немного утешит нас за пережитые страдания, то вы очень сильно ошибаетесь. Вы все козлы! MTV, отстой! Мы ненавидим вас всех! Спокойной ночи!